Привет всем! Ну, сейчас я хочу приготовить шоколадную колбасу, как она называется. И хочу поделиться этим рецептом с вами. Что я взяла? Развесное печенье, светлое, такое вот, называется селга. Так, чуть-чуть коричневого печенья, типа паркукас, какао, мармелад, сахар. Чуть-чуть сгущенка у меня есть и растопленное подсолнечное масло. Что я сейчас буду делать? Сейчас я натру на терке печенье селга. Ну вот, я натерла на терке печенье это светлое. Вот, я и помелче такое, ну и оставила вот такие, поломала еще покрупнее, чтобы были еще такими... как говорится, кусочками. Так, и теперь я еще поломаю это печенье. Я его не крышила, просто так поломаю. Вот. И теперь я добавлю какао. Какао. Я добавлю, тут где-то мне было 400 грамм печенья. Ну, я добавлю, наверное, 3 ложки какао, такие неполные. Вот. Теперь сахар. Сахара я много нет. Тоже где-то 3 ложки. Опять размешаем. И теперь мармелад добавим. Так, вот его, чтобы он не прилипал. Вот. Хорошо размешаем, потому что мармелад, он друг к другу прилипает. Его надо так отсоединить, чтобы он был отсоединен. Так, сахар нам не нужен. Ну, а теперь вот, теперь я сгущенки, у меня тут полбанки сгущенки где-то оставлю. Да, и сахара много не добавлять, потому что если вы сгущенку добавляете, сгущенка тоже сладкая. И тогда так, и теперь масло. Масло постепенно так лить, потому что я... все так наугад делаю. У меня тут пачка масла. Ну, надо смотреть. Вот. Я думаю, на это чуть-чуть еще. Ну, вообще-то все вылью. Все хорошо перемешаем. Так, мы все перемешали. Теперь я буду ставить кулечек. Мне так лучше. Другие ставят фольгу. Но я кулечек все высыплю. Ой. Вот. И теперь кулечки, мы уже будем его чуть-чуть так надо жать, какую мы хотим колбаску сделать. Вот, все хорошо надо так обжать. Ну вот, я сформировала вот такую вот ее, и теперь поставим мы холодильник, чтобы она застывала. Но когда застынет, я вам покажу результат. Ну вот, достала я с холодильника шоколадную свою колбаску. Теперь посмотрим, что у меня получилось. Так, вытащим кулька. Кульке очень удобно делать. Его вытащил и все. Так, а теперь разрежем. Вот.
затвердела хорошо. Так что получилось. Так, теперь я так разложу вот и покажу вам поближе. Вот, видите, и мармеладик видно, и печененьки. Коричневые, беленькие. Видите, какой красивый вышел. Ну, конечно, можно еще орешки сюда положить. Ну, кто что хочет. Вот, видите. Так. Так что советую вам тоже такой приготовить. На вкус, я думаю, вкусный будет. Будем с чаем кушать, пробовать. Ну и вот, кому понравился мой рецепт, ставьте лайки. Ну, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Я каждому подписчику очень рада. Ну и всем приятного аппетита. С вами Сармуля. И всем пока. До новых встреч.